В Нарьян-Маре выясняют обстоятельства серьезной аварии, которая произошла в субботу в районе Качгардинского моста. Лоб в лоб столкнулись автобус «ПАЗ» и «Ниссан». В дорожно-транспортном происшествии пострадали 3 человека – это водители и пассажиры иномарки. Пострадавших доставили в окружную больницу. Медики диагностировали тяжелые травмы. Больше всех не повезло водителю. Он находится в отделении реанимации. В автобусе на момент ДТП пассажиров не было, водитель отделался лишь испугом. По словам свидетелей, Ниссан перед аварией двигался с высокой скоростью, периодически выезжал на встречную полосу. По некоторым данным, находившиеся в иномарке были пьяны. На заднем сиденье машины полицейские обнаружили алкоголь. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ниссан и 2 пассажиров были доставлены в Ненецкую окружную больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время проводится проверка по данному факту ДТП. И теперь кадры ДТП без комментариев. Господа, выйдите.